Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я счастливая жена и мама, у меня четверо детей. Но есть маленькое «но». Меня в последнее время стало одолевать чувство ненависти и мести к бывшему. Отцу моего первого ребенка. 12 лет назад он оставил меня беременную. Я залезла на его страницу ВКонтакте, увидела его с другой девочкой, мне стало безумно больно. Тут есть ошибка грамматическая. Когда я воспитывала нашего ребенка, он был другой, пока я не вышла замуж. Я очень много пережила, описывать не стану. Я вышла замуж 4 года назад. Муж у меня замечательный, у нас родились совместные дети. Старшего муж воспитывает как своего. Это дурацкое чувство мести и обиды не покидает меня. Подскажите, что делать, как перестать терзаться и успокоиться. Ну, вообще говоря, вот то, что вы называете себя счастливой женой и счастливой мамой, несколько, конечно, несколько настораживает, потому что штука и штука, и идея заключается, так скажем, в том, что вы как будто бы пытаетесь вот убедить нас в первую очередь в том, что вы счастливы. То есть, ну, понимаете, вы-то, может быть, и счастливы, но, на мой взгляд, не случайно вы пытаетесь вот как-то, ну, доказать, что ли, что вы счастливы. Не просто так вы пытаетесь это сделать. Вы пытаетесь вот показать, что вы счастливы. Вот. Действительно, действительно, вот на самом деле, скорее всего, вот, скрывая определенные чувства свои, подавляя их, подавляя обиду и так далее. Ну, опять же, это вот связано в какой-то степени с тем, что в момент, когда вы оказались для себя в этой непростой ситуации, у вас не было возможности свои чувства в полной мере прожить, так сказать. Вот. И сейчас вас это вот просто, по сути, гложет. Вот сейчас вас это, по сути, очень сильно напрягает, да, очень сильно, вот, ну, как бы,
вас это, ну, вызывает, скажем так, да? Вот. А почему? А ответ достаточно простой, потому что вы не прожили вот свои обиды, которые у вас есть, как бы. Ваши обиды, ваши эмоции, ваши вот переживания, вот вы это все не прожили. Вот, к сожалению. И вот вас это мучает до сих пор, как бы. Вот, и обиды, и боли, все это вот, ну, не прожили. Нужно прожить, вот, способы, они довольно разные способы могут быть. Способов, ну, много. Но как бы главное, вот, чтобы вы нашли эти способы, да, чтобы вы нашли в себе возможность это сделать, прожить то, что вас тревожит. А вы сейчас вот пытаетесь объяснить, да, пытаетесь себя убедить в том, что вы, значит, счастливы, да, и вам вот, ну, вам вот в целом. Вот я счастлив, и мне ничего, как бы, ну, не надо больше. Ну, то есть я счастлив, и вот, все должно быть у меня, ну, хорошо, здорово и так далее. Если я счастлив, то я не должна хотеть вместе. Если я хочу вместе, значит, я несчастлив. Ну, грубо говоря. Вот. То есть тут все взаимосвязано. Следующий момент заключается в чем? Следующий момент заключается в том, что вы всю ответственность за, ну, вот, то, что происходит, да, ну, вот, там, с вами в вашей жизни и так далее. Вот, всю ответственность за это вы, как бы, перекладывается на человека. Ну, всю ответственность перекладывается на человека. Все это вот, значит, ну, мой парень вот, виноват, да, в том, что тут вот произошло, да, он меня бросил и так далее. На самом деле, есть в этом смысле и ваша ответственность тоже. Нужно увидеть свою ответственность. В том, что, ну, в том, что произошло. Нужно видеть, что ответственность это не только его, да, но и ваша тоже ответственность.
ну, пока этого не происходит, да, пока этого не происходит, пока этого, ну, пока этого не случилось, вот, то, как бы, вы, о, вот, ну, само собой, да, вы во всем видите человек. Ну, как бы, дальше, куда вас это приведет? Такой вот хороший вопрос, куда вас это приведет? Ну, вот так, кстати, эти два момента основных, что как бы образует и формирует ваше такое состояние. Это первое. А вторая история, это история про взаимоотношения с вашим мужем, потому что будь вы счастливы, то есть, ну, решив вот все свои проблемы с мужем, вот, получая от него все, что вам нужно, ну, вы, я думаю, понимаете, сами прекрасно, что не стали бы думать о прошлом. А вы, ну, вы уходите в прошлое. И это возможно только потому, что в настоящем есть что-то, что вам не нравится, в настоящем есть что-то, что вас не устраивает, в настоящем есть что-то, что вам по душе, да, в настоящем. Присутствует что-то, чем вы не удовлетворены, грубо говоря. Ну, опять же, вы, на мой взгляд, прикладываете все усилия для того, чтобы этого избежать. То есть вы прикладываете все усилия для того, чтобы показать, что все у вас в порядке. Ну, чем больше вы как бы, ну, будете, значит, так действовать, да? То есть чем больше вы будете пытаться избежать какой-то реальности, да, чем больше вы будете пытаться уйти из реальности куда-то. Чем хуже будет для вас. К сожалению, то, что, на мой взгляд, нужно понять вам. Вот. То, что вам нужно вот для себя
стараться увидеть в первую очередь. Вот. И дальше уже вот как раз значит действовать. Значит, первое, ну, с одной стороны, да? С одной стороны, значит, необходимо скорректировать наши отношения с вашим мужем, так или иначе, то есть, ну, признать, что не все так вот. Не все в них идеально, это первое. И второе, это вот как раз прожить вот ну, прожить чувства ваши чувства, прожить негативные, которые у вас вот сохранились вот как раз после, ну вот, там, условно говоря, после того, как вы вот с мужем своим ну, в этом смысле, то, что вам вот, ну, больно, да, то, что вам ну, тяжело, то, что испытывается негативные чувства, это вот норма. Не нужно в этом смысле пытаться как-то вот себя, ну, подавлять, да, например. То есть, ну, это все не нужно делать. То есть, вы таким образом только вредите. Ну, только вредите. Вот. А вот, пожалуй, то, что можно было бы вам сказать сейчас. С точки зрения психологии, то, что можно было бы сказать. Понятно, что это вот, ну, может быть недостаточно, вот, понятно. Что проблем, ну, проблему на данный момент, да, это не решит, ни в коем случае, вот. Ну, идея здесь заключается в том, что нет такой цели решать проблемы. Вот. Есть цель помочь вам собраться, ну, ситуация. Вот, и, соответственно, вот в этом ключе я, собственно, предлагаю вам двигаться. Как-то, да. На этом все, в принципе, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать с собой работу. Удачи вам, всего самого доброго.